Окончательное разрушение азербайджано-французских связей нанесет удар по интересам Парижа в Баку и в регионе в целом. Об этом в статье, опубликованной в газете «Формиче», написал итальянский журналист Франческо де Пало. Он напоминает, что на долю Азербайджана приходится 60% экономических связей Франции со странами Южного Кавказа. Автор, комментируя антиазербайджанскую резолюцию, принятую Верхней палатой французского парламента, приходит к выводу, что в случае введения санкций против Азербайджана Баку без колебаний откажется от сотрудничества с любым французским бизнесом и выдворит из страны все французские компании, включая Total, которые участвуют в многочисленных проектах, таких как месторождение Абшерон в Каспийском море или проекты нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Это может серьезно повлиять на экономические интересы Франции на Южном Кавказе, констатирует Де Пало.